Ну что, друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас снова у себя на канале. Сегодня мы с вами будем делать шопинг в Польше. Надеюсь, что вам видео такое понравится. Пойдем, посмотрим, погуляем. Может быть, что-нибудь приличненькое мне прикупим. И да, вроде бы я вижу даже вывеску. Вот вы посмотрите. Выпшедаж. Это у нас H&M. Так что блатовать я не буду. Пойдем с вами в H&M, посмотрим, что там есть на распродаже. И, может быть, что-нибудь себе прикуплю. Так что оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Если вы еще, кстати, не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что я снимаю видео очень-очень интересные о жизни в Польше. Такая, какая она есть. Так что обязательно подписывайтесь. Жду вас в комментариях. Ваши пальчики вверх. И погнали. Идем в H&M. Здесь большая-большая вроде бы как распродажа. Посмотрим, что здесь есть. Там начнем от начала. Здесь шорты. Давайте посмотрим, какие скидки. Написано от 15 злотых. Так, было 40, стало 31. Здесь, вот, кстати, неплохая скидка. Было 40 злотых, стало 16. Но вся печаль в том, что на таких распродажах мой размер сложно найти. Как-то коротковато. Но было 60, стало 25. Я считаю, вообще классная скидка. Что-то наподобие такого. Что тут у нас? Так, было 80, стало 45. В половину. Очень даже хорошо. Кстати, мой размер. Какая-то она прозрачная, что ли. Хотя нет. Так, что тут еще? Штаны. 36 размер. Какая скидка. Посмотрим, что еще есть. О, кстати, юбки. Может, какую-то юбку себе прикупить. Посмотрим, что тут у нас. Размер не мой, сразу даже не буду смотреть. Ну, если кому интересно, было 130 злотых, стало 100. На 30 злотых дешевле. Так. На самом деле, очень сложно и снимать, и смотреть что-то толковое. Я, кстати, перешла в отдел платьев. И я вам скажу, что хочу платье, наверное. Может быть, вот такого плана. Что непонятно, какие-то рукава. Размер L. Смотрите, какая большая скидка. На 80 злотых. Обалдеть. Мне вот что-то вообще ничего в глаза не падает. И, кстати, S. Не знаю, стоит померить, чего интересно. Как вы думаете? Кстати, что нашла? Это такой типа боди-блузка. Она стоила 60 злотых. Сейчас 9. Это просто мега задарма называется. Я просто не знаю, кто такое любит носить.
М. Л. Л. Да. Ну, как-то, видимо, не мое это. Вот такой я бы взяла. Опять же, это 38 размер. Большой на меня. И это тоже. Походу дела, я сегодня ничего здесь и не присмотрю на распродаже. Может, пойдем в другой магазин? Ну-ка. Кстати, вот сейчас, да, можно купить себе какой-то зимний свитер по скидке. Кто любит зимние вещи, вам, пожалуйста. Хорошая скидка. Такой пушочек. И вот 30 злотых скидка на него. Знаете, я уже давно понимаю и замечаю, что в Хэйме уж не все вещи качественные. Это вообще практически очень сложно даже найти какую-то вещь действительно качественную. Посмотрите на эту футболку. И причем она не по скидке. Или это такая мода, которую я не понимаю. Ну-ка. Это капец какой-то. Какое такое чувство, что ее уже кто-то поносил, пару раз постирал, наклеил бирку и обратно повесил. Капец. Да. Я решила немного пройтись подальше. Не все же нам смотреть только на скидках, правильно? Мы же можем посмотреть и просто так что-нибудь. Вот такой вот есть жакетик за 150 злотых. И, кстати, он приглянулся, неплохой такой. Единственное, что мне нравится, когда застегивается, а здесь какие-то непонятные застежки. Не знаю. Может взять, померить его. Сейчас посмотрим 34. А, вот 34. Померим. Главное, чтобы не маленький был. Что тут у нас еще есть? Такие платьишко. 80 злотых. Давайте посмотрим. Тоже выставляют более осеннюю коллекцию, что ли. Мне кажется, что здесь именно находится отдел, где более качественные вещи должны быть. Я так предполагаю, потому что как-то так все отдельно и... Наверное, я не знаю. Не знаю, как-то почему-то у них тут все в отделах. Давайте посмотрим, сколько. 40 злотых. Вот это что-то типа купальника, 60 злотых. И такую штучку я бы, кстати, бы хотела. Такое что-то, но я не знаю, по возрасту мне такое носить или нет. Стоит 130 злотых. Тут можно и кеды посмотреть. Так, я уже набрала кучу вещей. Сейчас пойдем, наверное, с вами мерить. Такие платьишки за 60. Можно еще такой разделки. Ой-ой. Опа. Прям молодежный. Ладно, походу там дело очередь примерочную, так что будем ждать. Смотрите, также здесь можно посмотреть и из обуви тоже какие-то скидки. Смотрите, какие кеды. И стоили 130 злотых, сейчас 25. Я считаю, вообще хорошая скидка. Только нравятся ли они вам, это другое дело. Они будут все на себя всю пыль брать. Такие тоже неплохие, кстати. 40 злотых, не знаю, сколько раньше. Так.
какая-то подошва, слегка деревянная. Ну, вот какие-то можно себе тоже присмотреть. И шлепки тоже. Я тут решила присмотреть себе еще и шляпку. Ну, мне кажется, что-то или она мне маловато, или как. Ну, конечно, вовремя зацепиться за волос. Вообще мне нравится вот это. Ну-ка. Гулять с детьми, почему бы и нет. Такое мне нравится, черная полоска здесь. Может, ее можно как-то потом заменить. В общем, напишите, как вам нравится или нет. И не знаю, как это все выглядит. Но сейчас будем мерить, я не знаю. У меня самая первая кабинка, поэтому все, что я говорю, наверняка будет слышно людям. Ну, ничего. Приступаем к примерке. Будем мерить. Это явно большое. Мне кажется, это тоже большое. Я как-то не могу понять, какой размер взяла. О май гад, я взяла 36. Но мне меньшего размера не было. Но это уж слишком, мне кажется. Эта кофта, как мне кажется, слишком прозрачная. А вот эта кофта, я не поленилась и взяла XS. И вы представляете, что... В общем, хотела показать. XS. И вроде бы эта кофта мне, кстати, подошла. Она неплохая. Мне нравится, что она вроде как обычная футболка, то есть ничего там особенного, но здесь есть такие кружева. Мне нравится. Такой мне стиль, да. В общем, одна кофта мне подошла. Смотрим дальше. Такой жакетик. У меня есть подобный. Кстати, в нем, по-моему, в моем есть карман. У меня здесь карманов нет. Давайте посмотрим, как он у меня застегнется или нет. Ну, как бы, маленько надо вдохнуть. Ну, как-то так. Очень прикольно было бы, если бы я уже вышла на работу. Ну, в общем, здесь мне все нравится. Если расстегнуто, то классно. Если застегнуть, то как-то он мне немножко жмет. Зато здесь как-то... В общем, неплохой жакетик. Я бы свой бы, если честно, обновила бы. Но, не знаю, на этот лиф. Как вам, напишите. Вон там, кстати, есть еще в зеркале отражение. Что, дорогие друзья, на этом, я думаю, буду заканчивать свое видео. И ну, это все, что я выбрала, все, что я померила. И... Ну, вот как-то так. В общем, напишите свои предположения, взяла ли я хоть что-нибудь из того, что я померила. Померила, мне кажется, я достаточно. Единственное, что на распродаже очень трудно найти мой размер, это SXS, вот что-то типа такого. Очень часто эти нормальные вещи, которые мне нравятся, они уже большинство раскуплены. Поэтому как-то неудачная распродажа для меня, но... Кто-то, кто немножко больше и крупнее, чем я, то я думаю, что вполне может себе что-то найти достойное. Так что там уже очередь. Так что огромное вам спасибо за то, что посмотрели это видео. Я вам очень сильно благодарна за то, что вы смотрите, просматриваете рекламу тоже и оставляете свои комментарии. Я обязательно вас жду, что вам понравилось, что нет. Вот, и думаю, что... И обязательно ставьте пальчики вверх. В общем, жду вас в комментариях. Давайте обсудим с вами мой мини-шопинг. Все, пока-пока. До встречи. До встречи в Польше.